Вов, фокус. Вов, звук. Ребята, как вас зовут? Алиса. Артём. Вы пара? Нет. Да. Друзья! Ну, разворачивайся, уходи. Чего? Ладно, это ваша личная жизнь, я туда не лезу. Ну, в общем, работаю в Ростелекоме, продаю интернет, домашний телефон. Можно нескромный вопрос? Так. Какая у тебя зарплата? Ну, пока я только начал. Ну, какой обещают? Вообще зависит от того, насколько продам. То есть оклад там 15-10, и уже сколько продаж, столько заработаешь. То есть люди вполне себе, там, работая по 5 часов, зарабатывают, ну, где-то 80-90. Ну, мы хотим немножечко как бы пополнить твою зарплату, если все будет хорошо, и ты ответишь на все вопросы. Окей? Да, без проблем. Лев, здравствуй. Здравствуйте. Как твое настроение сегодня, Лев? Просто прекрасно. Просто прекрасно. Да, отлично. Просто невероятно. Потрясающе. Замечательно. Роскошно. Волнуешься? Да. А на сколько по 10-бальной? Не знаю, баллов на 7. Ребята, вот вы сами решили подойти и поинтересоваться, что вообще происходит. Как вы думаете, что вообще происходит? Не знаю. Без понятия. Проверочка знаний. А-а-а. Готовы? Да. Да. Тогда встаем вместе, кучно, дружно и начинаем. Подвинься. Подвинься! Я учусь. Англоязычная программа называется PR и реклама в международных коммуникациях. Кирилл, what do you think about me? You're great. Вопросов будет 5 штук, смотри, они все посвящены городам. Mm-hmm. Я тебе говорю, 3 города в какой-то стране, ты должен определить, что это за страна. Так, давай. Допустим, я бы тебе сказал, там, Москва, Питер, Екатеринбург, ты бы сказал? Россия. Вот типа того будет, окей? Давай. Допустим, Волгоград, Пермь, Якутск. Это Россия. Иркутск или Якутск? Ну, через R или без R? Через R. А, все, понял. Яркутск. Понял, окей. Допустим, Воронеж, Майкоп и Магас. Это что? Города металлурги. Нет? Города драматурги, ребят, правильно. Все, как вам вообще настроение? Ну, хорошо. Друзья, всем привет. Я думаю, с правилами сегодняшнего выпуска вы уже ознакомились, но вначале у меня есть небольшая информация для вас. Мы сделали полный ребрендинг канала. Новая шапка, новый логотип, совершенно новое оформление. Также мы увеличили штаб и уже отсняли кучу нового материала с новыми вопросами, новыми участниками и, самое главное, новыми форматами. Друзья, также у нас появились новые правила, и это касается денег. Сегодня 5 глупых вопросов. Если участники отвечают на все 5 из 5 вопросов, то они зарабатывают 1000 рублей. Если такого не случается, то и победителя нет. Но если в выпуске никто не ответил на 5 вопросов, 1000 рублей переходит в банк. И в следующем выпуске следующий победитель заберет уже 2000 рублей. И так далее. Максимальная сумма, которая может накопиться в банке, 5000 рублей. Вот такие вот у нас новинки, но я сам эти новинки тоже решил поддержать. Каждому желаю приятного аппетита, приятного просмотра, а мы погнали работать. Первые 3 города. Дюссельдорф, Гамбург, Эссен. Норвегия. Почему? Ну, названия такие скандинавские. Ну, возможно, это, не знаю, Эстония какая-нибудь. Ну, Германия было бы слишком просто, давайте... В Бельгии. То есть Дюссельдорф, прям что-то такое норвежское. Ну, либо Норвегия, либо Германия. Где-то в этой стороне. Вот так считаю. Ну, может быть, Дания какая-нибудь. Рядом с Копенгагеном где-то. Ну, где-то в этой области. Копенгаген, да. Вот, такие мысли. У меня? Нет, у меня такие мысли насчет, ну, какие страны. Грустно. Смотри, давай зацепимся за Бремен. Бременские музыканты. А, так это что-то такое, типа, ближе к России. Какой север, твой север. Окончательный ответ? Ну, давай Копенгаген. Копенгаген. Да. Германия. Уверенно и четко? Наверное, ты да. Ты все-таки засомневаешься. Я у меня колебаюсь между Венгрией и Германией, думаю. Австрия не канает. Австрия?
Почему слишком просто? Объясни мне, пожалуйста. Ну, не стали бы сразу простой вопрос задавать, наверное. Почему? Ну, есть такое ощущение. От меня? Возможно. Лев, а я какой человек, по твоему мнению? Максимально смотри на меня. Серьезный. Максимально прям. Да, невероятно серьезный. Я человек серьезный, я ВДВ. Тан-тара-тан-тара-тан-тара-тан-тара-тан. Ну, песня «Царевна», она как-то мне больше нравится. Такая. Она поешь, мышь? Германия. Германия? Города металлурги. А. Да, конечно, Германия, ребят, все, в этом смысл есть вопросов. Вы поняли? Да. Германия. Германия. Германия, молодцы. Вопрос номер два. Опачки. Ты... Подожди, это нужно сделать чуть-чуть понижнее. Хорошо? Нет. Окей. Ну, давай тогда Германия отвечу. Ответь, пожалуйста, Германия. Германия. Это правильно. Ничего себе. А? Я поражен своими знаниями географии. Может, кстати, Австрия. Шора, твой ответ? Австрия. Шора. А, хорошо, хорошо. Мой ответ — Германия. Я думаю, что это справедливо, честно, за честь тебе Германию, потому что это правильно. О, отлично. Все остальное — мои там фантазии, да, выдумки. Отлично. Германия. Это Германия, вроде. По какому городу догадался? А, по Эссену. По Эссену? Был там? Ну, нет. Он красиво, нет. Да, ведь? Я не был в Германии. Ну, не Германия, ничего. Германия — нет. Ты же говоришь, не Германия. Ну, Германия. Ты же говоришь, не Германия. Ну все будет Германия. Едем дальше. Лабытнанги, Киржач и Аксай. Похоже либо на Чехию, либо на Польшу. Казахстан. Киржич. Молдова какая-нибудь. Возможно, Вьетнам какой-нибудь. Либо Таиланд. Хотя Вьетнам пусть будет. Есть предположение? Ну, какой-нибудь там Казахстан, Кыргызстан, возможно. Польша. А вот почему ты так решил? То, что Киржач, очень похоже, что это какой-то польский город. Казахстан. Татарстан. Не знаю. Вообще что-то непонятное. Давайте, кто? Еще раз. Может быть, это республика Коми. Только это не страна. Комиков. Максай. Ну, смотри. Болгария, может быть. Может быть, Румыния. Таиланд? Нет. Хотя, блин, я не знаю. А ты бы вот в какой город вообще во всем мире хотел бы больше всего поехать? Я очень хочу в Нью-Йорке побывать. В Нью-Йорке? Да. Я тоже, кстати, хочу. Ну там просто улицы красивые, такие атмосферные очень, и все. Биг Бен. Да. Чувствуешь подвох? Не чувствуешь? Сербия какая-нибудь. Кыргызстан. Кыргызстан, да? Ну, Кыргызстан будет. Давайте. Кыргызстан. А, ребят, это неправильный ответ? Неправильно. Ну, блин, обидно. Ладно. 7-6? Не знаю. Казахстан, мой ответ. За что она тебе нравится? Она? Ну, она смеется классно. Она смеется над всеми моими шутками. Смеется. Нормальные шутки? Да. Хорошие. Значит, будущее вашей пары? У меня уже 2 года отношения. Другие. Да, у нас уже 2 года отношений. Лев, а ты по жизни вообще чем занимаешься? Занимаюсь спортом я! Это 100% не Россия, 100% не Америка. И не Великобритания. Россия. Россия. Пусть будет Африка. Красавчик? Отгадал? Нет. Это Россия. Это Россия? Да. Серьезно? Серьезно. Еще раз, лабут. Что? Лабутены, Аксай и Киржач. Это Россия. Да. Боже, какой тупой. А, правильно, это Россия. Россия? А? Города из России, да. Не самые популярные, далеко. Мы поэтому, ну, мы ж не будем Москву говорить. Ведь так? Да. Ведь так? Да. Да. Вот. 7-6? Пофиг на это все. Пофиг на это. Следующая тройка городов. Павлодар, Усть-Каменогорск и Уральск. Города из какой страны? Россия.
Россия. Россия. Это точно Россия. Нет. Нет? Да. Да? Ну нет. Артём, могу я попросить чуть-чуть развернуться, чтобы люди видели тебя, да? Спасибо. Это где? Это Россия. Это Россия. Россия. 100%. По-любому. Это Россия. Уверенный, четкий ответ. Говорю прямо в микрофон. Если это не Россия, то... То мой день на сегодня все. Ну, мой день не пойдет по маслу, как говорится. Павлодар, Усть-Каменогорск и Уральск. Каменогорск, Уральск. Ну, Урал, Урал. Мы на Урале. Мы остановимся. Россия. Россия. Ну, это Россия. Нет. Россия. Это Россия тоже вроде. Точно. Нет, но мне кажется, что Россия... Хорошо, где Павлодар находится? Я бы знал бы по географии... Хорошо. А Уральск где находится? Уральск, ну это, ну, по названию, ну, где-то на Урале, наверное. Логично! Значит, давайте, наверное, Украина. Украина, да. Нет. Вот географию прогуливали, теперь не учи. 7-5? Все, спасибо, отвечу вам. Россия. Ай-яй-яй. Белоруссия. Ай-яй-яй. Казахстан. Воу-воу-воу, это правильно. А. Это засчитывается как правильно или уже нет? Я не знаю даже. Давай засчитаем. Давайте засчитаем. Давай. Давайте сделаем так. Мужчина возьмет на себя ответственность и даст один четкий ответ в микрофон, и это? Россия. Это Казахстан. Я тебя поздравляю, Артём. Я тебя поздравляю. Мне на самом деле очень нравится эта игра, но мне сейчас очень грустно. Что? Мне сейчас грустно, что я проиграл. Грустно. Ну, ничего страшного, еще здесь, будет два вопроса. Здесь никто не проигрывает и не выигрывает. Это школа жизни, Артём. Казахстан. По какому городу догадался? Не знаю. Просто названия какие-то казахстанские. Еще раз, Уральск, Уральск. Это Казахстан? Да. Недалеко от Самары, по-моему, находится город, километров 200. Стоп, так ты же сказал, страна. Да. Самара — это Казахстан? Так, еще раз, 7-5. Подожди, сколько? 35. Молодец. Все, с таблицей умножения покончим. Покончено, да. 7-6? Хорошо, дальше. Казахстан — это сила? Казахстан, ну... Для тех, кто там вырос, живет, да, обязательно. Бастан, Алга? Не знаю такого. Киль, Росток и Потсдам. Это города какой страны? Ну вот... Что-то европейское, 100%. Это Чехословакия же? Нет? Или это тоже сейчас нет? Где? Потсдам. Это Чехия. Или Чехословакия? Это ну, Чехословакия была раньше. Чехословакия уже не существует. Да, ее не существует. Она есть только в наших сердцах. Либо Чехия, либо... Потсдам. Не знаю. Ну, тоже какой-нибудь Казахстан, может, Монголия. Киль недалеко от Астаны? Ага, ну, знаешь, Казахстан. А Росток? А Росток там же где-то, я уверен. Недалеко от Петропавловска. А Потсдам? Не знаю, честно. С Нурсултаном. Ну, Казахстан. Назарбаевым. Ага. И уйдите с этим в отставку. А Сербия и Черногория существуют? Да, существует. Да. Конечно, да. Конечно, существует. Значит, что-то из... Это Сербия и Черногория. Потсдам сейчас будет очень интересно, конечно, да. Потсдам. Смешное название. Чем? Я не знаю. Ну, киль такой себе, как рыба какая-то. Не знаю, может Финляндия. Опа. Финляндия. Неправильно. А, понял. Ну, просто подумал, типа, рыба Финляндии, там, порты всякие. Ну, конечно, мы не географы, но выдвинем свои предположения. Казахстан? Что? Типа килька? Килька, да. Я килька? Почему-то я думаю, что это где-то, блин, господи, как называется, там, где еще Рига, это что? Хороший вопрос. В принципе, ты знаешь, на некоторые вопросы можно ответить чисто... лингвистически, даже не зная географию. Вот. Я бы по этим вопросам, по этим городам, я бы догадался, наверное. Так, а какие еще раз города? Киль, Росток, Потсдам. Ну, Украина, наверное. Польша, Чехия.
Блин, да ё-моё. Сейчас я подумаю. Как говорится, nine. А. Ну, 9. Да, конечно. Вот теперь точно Польша. Да как так-то? Ну, вот так как-то. Ну, Потсдам есть в Германии. Пусть будет Германия. Еще раз можно? Киль. Росток. Потсдам. Ну, Росток смущает. Ну, пусть будет Германия. Не смущаешь, что Германия уже была? Нет. Снова Германия? Да. Это был сарказм? Нет. Было реально так. Последняя тройка городов. Кошице, Жилина и Трнава. Эстония. Ну, наверное, тоже либо Польша, либо Чехия, что-то там. Мне кажется, что это какой-то такой язык. Это города. Да? На села больше похоже. На села? На села, да. Ха-ха. Какие есть идеи? Так, Кошице, Жилина и Трнава. Да пусть будет Россия. А Трнава примерно в какой части России? Трнава примерно, я думаю, ближе к Казахстану. С какой части? Части Самара. Ой, хорошо. А вот, ну, Кошице примерно где находится тогда? Кошице? Кошице. Ну, не знаю, у Москвы, например. Трнава. Первый раз слушаю всем. Ну, смотри, на то это пятый вопрос, он самый сложный. Ты это понимаешь? Понятно, да. Ну, какая-нибудь Словения. Нет? Словения? Не знаю. Звучит как-то по-словенски. Я с тобой не согласен, кстати. Не звучит по-словенски. Это где? Польша. Польша. Это точно Польша. У тебя какой-то... С Польшей все нормально? Да, вполне. Это Польша. Это не Польша. Украина. Украина? Нет. Ну как мне это? Беларусь. Долгопрудный там вот это, Химки, вся история и Кошице. Да, можно шутку, кстати, расскажу? Давай. Одну. В общем, есть Kia Rio, а есть Kia de Janeiro. Или Польша. Все-таки. Не знаю. Вот звучит как Польша. Мужчина, он здесь вот пусть мужчина и принимает ответ. Мужчина в паре главный. Да. Мы не пара. Она продолжает это отрицать уже на протяжении 5 минут. Очень грустно. Главное, что они на протяжении 2 лет. Это Польша. Ну, где-то вот прям Болгария зубит. Опять Болгария. Ну, прям Трнава, да. Это как... Варна. Как? Не-не, это я там свое. Офигеть! Польша какая-нибудь. Почему вы только в СНГ смотрите? Мир-то большой. Лев, ты куда бы больше всего хотел поехать? Я? Баварию. Баварию? Да. А ты? В Лос-Анджелес. Лос-Анджелес? Да. Что делать будешь там? На пляже лежать. Тогда в Анапу можно? Да не. Ну да, в Анапу. Как быстро ты согласился. Польша. Нет, ну... Ты сказал, тебя зовут Слава? Слава, да. Слава, ты бы хотела в Трнаву? Без понятия. В Трнаву со Славой. Зато в рифму. Я тебе дам еще попытку. Давай. Пусть будет Украина. К сожалению, нет. Ладно. Самое забавное то, что есть Словения, а есть Словакия. Ну да, вот я сейчас за это, блин. Потому что в Словении немножко такие мягкие, наоборот, имена. Любляна. А тут, вы знаешь, Трнава. Вот это вот прям вот согласные, четкие такие, да. Ну, значит, это Словакия. Это Словакия, да. Вот это Словакия. О, Словакия. А Словения и Словакия — это не одно и то же? Точно нет. Беларусь? Ты проиграл. С тебя 1000. Мы так не договаривались. Как это? Я же все говорил тебе. Нет, с вас 1000. Как это? С меня ты ж не ответил. Что-то что? Все нормально. Ну что, прикольно? Отлично было вообще. Как говорится, совет, да. Любовь. Я обожаю это просто. Артем? Дамы? Хорошего вечерка вам? Ну смотри, немножко ты, конечно, не туда сегодня. Это Словакия. Словакия, ну... Столица Словакии какая? Чехия.